Подлетное время к цели несколько минут, но шансов уйти от удара у противника нет. Боевая тревога! Ударное ракетное оружие к бою! Огонь ведут сразу несколько кораблей Балтийского флота на расстоянии десятков километров друг от друга. Без специальной оптики или радаров их не разглядишь, но действуют как единое целое. Десятый, я нулевой. Произвести классификацию цели, я нулевой, прием. Товарищ командир! Предлагаю иметь в залпе 10 крылатых ракет 3М-24. На принятие решения считанные секунды. На мостике флагмана напряжение ощущаешь буквально физически. Время Че. 11 часов 10 минут. Утверждаю. Нанести ракетный удар по корабельно-ударной группе противника. Первым на осмотр мишени торопится незваный гость, натовский разведчик. Ведет себя, прямо скажем, не по-джентльменски. Путается под ногами, на запросы не отвечает. Впрочем, на таких зрителей полное досье под рукой. Корабль-разведчик ВМС Германии типа «Осте». Вблизи наших территориальных вод пасется постоянно. Скорее всего, осматривают, пытаются сопоставить свою нашу статистику к себе, посмотреть наши результаты, те успехи, которые мы добиваемся, выполняем, ну и, соответственно, предположительно ведут какое-то сравнение, наверное, со своими выполняемыми упражнениями, учениями. Две мишени, два попадания. Сбиты металлические ограждения, в центре паруса зияет свежая дыра. В самую что ни на есть десятку. Морская мишень представляет собой пустотелый катамаран, наполненный чем-то вроде пенопласта. Для надежности, как видите, он закреплен стальными тросами на бочках, только поэтому сейчас остается на плаву. Но все результаты стрельбы налицо. Комплекс крылатых ракет «Уран» — главное оружие корвета. Стреляли практической ракетой, то есть пустой болванкой. Боевая несет внушительный заряд взрывчатого вещества. Одной ракеты хватает даже потопить боевой корабль. И этот бы щит, он бы с одного выстрела разнесло бы на маленькие куски. Конкурс профессионального мастерства «Кубок моря» вступает в решающую фазу. В финале встретятся лучшие из лучших – представители всех российских флотов. Максим Румянцев и Виталий Ременец, телеканал «Звезда», Балтийское море, с борта корвета «Бойкий».